Нормально проиграли. Только первый проиграли и все. Ну там дурачки, да. Ну... Это Чипстерс? Да. Аля, давай, заходи, Джован. Это украинские. Ну да, я знаю. Но они не очень. Самый вкусный Принглс. Знаешь, что Принглс — это не чипсы? В смысле? Им запрещено называться чипсами. Да? А что это такое? Потому что там какой-то или другой налог. А, в общем, если чипсы состоят из картошки, то Принглс состоит из картофельного порошка. Порошок? Порошок, да. И поэтому они считаются типа печенье. Если они напишут все на упаковке, что они считают, что чипсы, это Принглс, то они будут оштрафованы вообще. Я понял. Я только сейчас узнал. Не, серьезно, не вообще. Серьезно. Серьезно. Серьезно, не. Спасибо большое. Ты хорошо голову попадаешь. Ну у тебя прицел маленький, как ты так попадаешь? Ну... Вообще маленький. Чем больше прицел, тем хуже видно. Ну да, да, есть такое. Ну я вообще, я видел некую точку. Раньше я с точкой играл. С точкой? Ну тогда мне было тяжело на голову наводиться, потому что я не видел. Не, я серьезно говорю, вообще. Вообще, не, спасибо, бро. Честно. После класса всегда так. Чего? После КС. А сколько в рампе стоит час? А? В рампе сколько? 400. Ой, 500 грамм. Серьезно? Сейчас скидки очень видны. Офигеть. А у меня вообще 450. Скидка 10%. А, это скидка? Ты пополнял, да, на 20 тысяч, типа, и 10% там? Где? Я два месяца назад пополнил 20 тысяч, у меня до сих пор осталось. Офигеть. Я прям, прикинь, я прям 30 скидки пополнил. Ну, типа, без разницы, но время скидок просто не пополнил, это 2 месяца назад, до сих пор держится. Жестко. Что, там много людей вообще? Где? В рамке. Ну, на удивление, не полный зал. Такими скидками я выходил каждый день. Я офигел, когда вас слышал. Я думал, у вас 700 где-то. Ты умеешь на Стэмми Дэнни сыграть? Не очень. А ты? Нормально. Играл, да, где-то? А? Играл где-то? Я играл. Я в сумме где-то лет 7 играл. Да, в лагерях где-то. В лагерях играл. Атерические там. Ага, понял. Андрей! У тебя на все оружие есть скины? Нет. Да, на все, на каждый. Не на все такие крутины, как на калаш и АВП. Ну, калаш вообще офигенно. А? Не, 11. Ну, калаш сегодня пришел. Я его купил как бы неделю назад. Такой 7 дней ждал, пока он разбанится. Сколько ты сказал? 1500. И еще я две наклейки купил. Золотые, которые по 40 рублей каждый. Ну, бомба, мне понравилось. У меня был еще калаш, тоже статтрек, который считает количество убийств. Я купил специальный инструмент за 50 рублей. Mm-hmm. И это 450 киллов перекинуть с одного калаша на другой, на новый. Мне не понравился, честно. Офигенно. Мне он такой, знаешь, армянский золотой. Да, есть такой. Ну ты все знаешь, там. Тактику хорошо говоришь.
Типа умно играешь. Лучше, чем новички, но... Поверь, если ты лучше судить. Да нет, я не встречал, честно. Мика. Кто? Мика. Мика? Ну да, он хорош. Еще Рома, кстати, хорош. Вот Рома, ты? Развесёте все. У меня, смотри, у меня получается, знаешь, сколько получается, сколько у меня часов? Сколько? Сейчас скажу. Где-то, наверное, 700 с чем-то. Ну да, 700-800. Ребят, зелененькие, сделайте заменку, кто хочет. Или красненькие. Ребят, кто устал? Все. Ребят, нужно каждые минут 7 делать заменку. Все. Минут по 5-7 минут. Можно как хотите менять. Все. Да. Не кинул, да, походу? Что? А, да, принес. Ты мне комментарий, да, написал? Комментарий какой-то написал? Я тоже напишу потом. Ты хороший, напиши. Я напишу на CPS равнение. Можно. Если с тобой играть, вот с тобой, можно научиться играть. Хорошо. Меня бесит, когда читеры попадаются. Да. Вообще. У тебя редко попадаются. Все читеры играют с праймом. С праймом? А так можно? С праймом читеры? Конечно. Прайм нужен для того, чтобы люди, которые играют с читами, боялись его попасть, потому что тогда их банят часто. Сейчас отсутствие система бана игроков. Типа, она очень плохо работает. То есть их не банят. Поэтому все читеры играют в Праймер. У меня всего два раза попадалось. Может, за игры ты сок. Десятки, да, были читеры? То есть, их почти нет. Охренеть. Я только сейчас узнал, то что с Праймером. Так что лучше, если хочешь с Каймером играть, и чтобы тебе попадались примерно ну, такие же, такого же уровня, как ты, игроки, на Прайм не нужно брать. Ну да, да. А как вообще так играть, чтобы вообще не попадались читеры? Есть мощность? А, помню. Ну а там очень жесткий тип. Да. Там на уровень играют. Ты удовольствия не получишь. Хорошо, нужно без правил играть за все. Ну, чисто в удовольствие. Да. Но тебе пора на какие-то турниры пройти. Мне кажется. Я сегодня играл против слабых. Если мы будем более сильные противники, я бы так не играл. Ну ты когда собираешься, офигенно играешь прям. Прям злишься. У тебя, знаешь, нет желания проиграть вообще. Даже потом выиграть. Да. Русская или армянка? И чё, как она тебе? Понравилась? Я ещё пока не виделся, мы общаемся постоянно. Ну как? А сколько ей? 18. А, ну отлично. Начни общение с ней, такие серьёзные. Вчера получил сообщение с ней. Потом мне что-то ей пообещал. Я ей что-то пообещал. Привет! Не, ну круто. Круто. Начни общаться с ней, да. Она красивая, да? Пригласи ее куда-то, погулять там.
Давай тогда во вторник все сыграем. Я приду уже в рамку. Может, Сарик тогда приезжает? То есть он не будет тут получаться. А, ну вот, еще его позовем. Я еще Аша позову. Мы еще одного как-то найдем. Слушай. Даже не знаю, не стою. Ну оранжевый выиграл. Ребят, сменку кто-нибудь хочет сделать? Синий. Да не, спасибо, я серьезно. Ничего, вообще ничего. Блин, что-то жестко. Зеленый. Мне кажется, Арса туда надо и кого-то из оранжевых туда. Степаня надо. Сань, давай ты зайдешь за красный. У тебя манишка, хор, давай. Ну как замет будет, то он скажет. А вот как одно выйдет. Ты только по понедельникам играешь, блядь, в футбол? А кто? Футбол? В лиге тоже проблематично. В лиге ты вообще начал редко играть, почему? Потому что... Из-за работы, да? Да, никто не может меня заменить. Ну когда Сарик будет, он сказал замену тебе. Он уже один раз помогал. Он сказал, типа, он может тебя заменить всегда. Но он нас просил. Ну Сарик очень добрый. Ты видел, сколько он уже забил в лиге? 5-5. Он сейчас лучше бомбардир. Было 15 уже. 21. Блин, это обидный мир, правда? Да, блин, очень трудно. Я вроде все стоял, отбивал. Да хорошо отстоял. Просто во втором расслабились все. Но Сарик очень хорошо открылся вообще. Там еще и соперники послабее. Да. Там Фиорентина, мне объяснили тогда. Фиорентина? Фиорентина уже не та. Все равно там много сильных. Ну есть, да, Ловчев. Но вы сильнее, Рафаэл сильнее немного. Сейчас, на данный момент. Конечно, мы их посмотрим. Не, не 8, подожди, 9. Теперь 9-3. Не, 9-1, вот, 9-1.
Участники, давайте сменку. Красненькие. Давай. Слушай, а ты сможешь за зеленых играть? Я хотел сесть. А? Красненькие. А что-то не сильно. Да, ты заходи. Так сильнее. Заходи, Арсен. Да. А ты лучше зеленый, давай, не лучше зеленый. Поехали. У тебя есть кейсы? Нет, а? Кейсы. Чтобы открыть сейчас попросить. Сколько стоит каждый? $1, да? Сколько там? Да, 27 рублей. Другие там выпадали. Один раз мне выпал скин, ну, новый кейс. Я его продал за 280, получается. Мне пришло 230 рублей на баланс. То есть 230 рублей. За комиссию, да, типа? Ну, да. А бывает то, что прям торт продает? А, или редко еще? Роме выпадал калаш там дорогой. А купил, да, типа кейс? 150. Нет, с кейса я ни разу не купил. Это дроп, который каждый день получаешь. Получается, он выбирал один раз кейс новый, и один раз крутой калаш там. Он, по-моему, рублей 300 стоит. Вот. А Сарику вот, два раза подряд выбрал новый кейс дорогой. Ну, сейчас 200 рублей стоит. Ну, тоже нормально, тоже, да. Играем быстро, окупаются. А Сарик вообще, по твоему мнению, лучше играет, чем, например, Мика? Мне кажется, нет, да? Ну, Сарик тоже неплохо, да. Я не могу сказать. Читами может быть сильнее. Для счетов он, да, и мизинца Мики не стоит. Он мне сказал, лучше тебя играет. Забыл, что он говорит. Кочарян не кинул, да, бабку? Он наёбщик какой-то. Всё, забанил. Вот, надо. Ты меня не послушал вначале, да? Я и говорил. Следующий вторник тоже поедет. Да, 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 обязательно. Да, оверпас, да, любимый. Я сейчас тебе скажу, у меня вот в моменте был на оверпасе. Значит, фейсит. Я играю фейсит сейчас с Аликом, последний уже, недели три.
Но в свое время у меня на фейсете я сыграл 5 игр на Overpass. 4 из них выиграл, я мог бы выиграть 5-ю, если бы я вчера не поехал, ну, я в воскресенье не поехал на игру, например. А, да-да. Мне пришлось дать Сане эту Михайловну доиграть за меня игру. Вот он. Он слил. Вот, без опыта. Он нормально играет? Нет. А это ж Марат. Марат? Ну смотри, он... Марат лучше тебя играет, но хуже Сарика. А Саня играет... Может, ну, на уровне тебя. Только он, только ты, если не понимаешь, что делать. А он... Если тебе даешь он совет... Он тоже, как я, в один удовольствие. Если тебе совет даешь, типа, ты правильно все делаешь. Вот. А если ты подсказываешь, да, да, нормально. Смотри. В общем, у меня за игру в среднем 23-24 кило. Да. В каждой третьей игре я делаю эйс. И в каждой почти игре я делаю 4 убийства. Да, да, еще. Я очень люблю эту карту. А, ну убийц любишь? Я тоже не люблю. Я умею играть, но не очень сильно. Ну еще нюк нормальный. Ну да. Хотя это очень тяжелый карта, на самом деле. Да, да, есть. Вот на Мираже часто читаки попадаются. Ну да, может это любимая карта. Дети Миража. Да. Сегодня нам жизнь попался. Да. Мы хоть и слили, но зато мы честно сыграли. Да, лучше так. Да смысл, он бы все убивал. Так интересно нет. Сарик же эти читы использует, где видно, да, игроков? Все, он, бля, крутилку вы использует. Ты просто прыгаешь, знаешь, так, и он сам стреляет. Бывает интересно, но когда типа вообще без ума. Вам нежелательно просто играть так. Я Сарика зачитывал жестко хотел. Сарика? Мы с ним немножко подняли мне рейтинга, потом я понял, что патриотизм покапывает, и перестал играть. Ну, правильно. Thank you.
Смен как раз. Надежда Зеленых. Чаорс Бана. Ваня, Вань. Вот, возьми. Да, кладите вот сюда ее. Привет, привет. Как отдохнул? Ну, нормально. Как у вас там дела? Да, на сегодня? Да, лучше на это дело. А у тебя что там? Даша приехала? Сонечка, Дашка уже новость, все отлично. Просто. Раз пришла, ты просто смотрел. Смотрел, да, Элче? Ну, а понятно, там хорошие, хорошие игры были. К сожалению, лучшие команды выбыли. Ну интересно, вот не, нормально. Прошали себе мячами. Нет, слава богу, сколько можно. Ну интересно, интересно. Просто незаслуженно Реал, конечно, хорошо дальше. Ну тут, видишь, папа Карло, один удар в створы. Ну, знаешь, это так, тактика была. Это просто магия. Защищаться, да. Они знали то, что их спасут только с этого пенальти. И Лунин. Ну, Лунин, да. Молодец, конечно. Перекус таксиста обошелся мне в 1000. Перекус крысина. И мне сегодня понравился. Да. Плохо играю. Да не, вообще все. И с тобой тоже. Ты, брат, ты можешь играть, вот ты играешь.
Вот Аш, например, берет талвик и просто на ней идет. Без здоров. А это правда. Акбар Маски без здоров. Здоров? Арохджучун. 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 Еще раз. Арохджучун. Скажи просто Арохч. 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 Какая четвертая буква последняя? Арохч. Арохч. Похоже, почему? Арохч. Да. Ты играешь в CS, Ван? Нет, давно играл, скоро. Как вчера, кстати, поиграли в футбол? Где, в понедельник? Да. А, дядь, ты же не писал, да, ты же забыл. Да, я не играл. Да, давайте сменку. Мне просто сказали 3 минуты, я пошел. Давай, ребята, лечь. Остаться в команде. Что, пока выиграешь, потом пойдешь? Не-не, я...
снова по составу жестко сделал. Камбэк. Вань! Что? Защиту. Они тебя спрашивают, гол или нет. Сказал гол. Гайдунар. Thank you.
ребят, зеленая сминка. Где твои автоголы, брат? Yeah.
Я устал. Ребят, сменку зеленую сделайте. Money, Bob.
это легендарка. Извините. Это со мной без... А, да, это за мной, это танец. Дякую. Арсен, ты за кого хочешь? Зеленый. Зелененький, сменка. На ауте. Ребят, зеленый, сменка. Андрей, сядешь? Да, давай. Да ладно, вы больше устаете. Может быть, если успеем. Сколько времени? 56-31. Да, перешел. Легенда. На Красова, да. Легенда голос. А вам его чмырил? А? Вам его чмырил? Да не, он хорош. Ну, он иногда перебарщивает, да, то, что единорит, но он хорош. Может, потому что нет сильных союзников? Да. Может, правильно? Возможно. Да, вот тоже скоро уедет в Испанию. Евреан. 100%. Жанни, мне кажется. Еще и Мурана.
Спокойно, Арсен! Спокойнее, Арсен! Ангиста, Ангиста, Орс! Я хотел ответку дать. Минута? Час? Час, минута 46. До аута! До следующего аута! Время или... Играем, играем еще! До аута! Кто забьет, тот выиграет. Давай!